Качественные и безопасные дороги – одна из ключевых задач администрации округа. И лето – самая горячая пора для ее реализации. С началом теплого периода в Щелкове повсеместно идут работы по ремонту дорог и улучшению дорожной инфраструктуры. На этот год у нас запланировано 53 тысячи квадратных метров укладки асфальта. Из них выполнено 36 тысяч. Перечень объектов, где проходит дорожная работа, определяется в первую очередь жителями. Ежегодно в голосовании на сайте «Добродел» большинством голосов выбирают адреса, которые попадают в план на следующий год. Остальные объекты определяются по принципу близости к социально значимым объектам. С помощью победы на «Доброделе» отремонтирована дорога в деревне Байбаки. Новый асфальт в районе улицы Солнечной жители очень ждали и своим активным участием в голосовании буквально помогли его положить. Капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Беляева также был выбран большинством голосов жителей. Немаловажную роль сыграло то, что сегодня эта дорога является главным подъездом к аэродрому Чкаловский. Работы здесь идут полным ходом. Щелковские очистные сооружения являются самым крупным объектом подобного рода на территории Подмосковья. К нему ведет автомобильная дорога улицы Заречной. Здесь уже прошел текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. В Московской области дорогам уделяется огромное внимание. Большую часть от объема финансирования работ в нашем городском округе составляет субсидия по губернаторской программе. Объем финансирования и площадь укладки немногим отличаются от цифр прошлого года. Однако в этом году дорожники сделали упор на более масштабных объектах и капитальных ремонтах. В новом городке идут работы по устройству дополнительной полосы для поворота на Москву в целях разгрузки выезда на Щелковское шоссе. Автомобильная дорога улицы Садовой заметно расширится, что увеличит пропускную способность этого участка и снизит количество заторов. Для пешеходов же этим летом уже обустроили тротуар у воинской части. Полное обновление ждало и одну из центральных улиц Щелково – улицу Комарова. Новый асфальт с уже нанесенной разметкой радует не только автомобилистов. На улице Комарова оборудовали новые пешеходные переходы по принципу лежащих полицейских. Таким образом, водитель вынужден снизить скорость, что обеспечит большую безопасность пешеходам. На Институтской улице положен новый асфальт и сделаны тротуары. А в данный момент завершаются работы по организации разворотного кольца на месте, где еще недавно был проблемный перекресток, пробки и аварии. В центре города на площади Ленина всегда интенсивное движение и большой поток машин. Чтобы разгрузить данный участок, в этом году здесь организовано круговое движение. Уже нанесена новая разметка, водители просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Разработан проект разворотного кольца Центром организации безопасности дорожного движения Москвы. Наши специалисты реализовали его в кратчайшие сроки. Администрация городского округа Щелково во главе с Андреем Алексеевичем Булгаковым делает все возможное для повышения безопасности и комфорта на наших дорогах. Виктория Мельник, Александр Аржевский, Сергей Василевский, Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.